какая чистая машина после того, как она одну ночь постояла. Вот какой чистый и непыльный город Сочи. Слой спалец просто. Было чистое. Это она постояла одну ночь всего лишь. И на мойку ехать. Такая пыль в Сочи. Потрачено всего лишь 50 рублей. И машина уже более или менее похожа на комфорт плюс. Чистая, как раз нужно пройти фотоконтроль. Вот, этим и займемся. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Доставки на территории России. А еще они начали сотрудничать с Яндекс.Едой. С 1 сентября вступил в силу новый закон о такси, к которому нужно будет адаптироваться. Эксперт Парк готовит программу сопровождения водителей, и техподдержка парка вас проконсультирует по всей необходимой документации, а я постараюсь держать вас в курсе и рассказывать об изменениях, которые происходят в работе. Сам лично давно работаю через Эксперт Парк. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Есть бонус 1000 рублей за переведенного друга, собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплаты ежедневно без комиссии. 4 вида моменталок. В Эксперт Парк можно приобрести термокороб. Доставка короба бесплатная в любой город России. Также в Эксперт Парк стартовала новая программа для парковых самозанятых Эксперт Парк 2.0. Комиссия парка для парковых самозанятых снижена 40 рублей в сутки. Повышен бонус за приведенного друга 1500 рублей. И добавляется 5 баллов приоритета. Ссылки я оставлю в описании. Техподдержка работает круглосуточно и по всем вопросам вас проконсультирует. Постоял минут 15, может быть 20. Наконец-то пришел заказ в аэропорт по тарифу Комфорт Плюс из Сочи по Сочи улице. Подача 7 минут, 3 километра. Будем надеяться, что дождутся меня пассажиры. Я благополучно его отвезу. Заказ в аэропорт выполнен за 34 минуты, 1539 рублей. Аэропорт зло, но все-таки встану в очередь, еще разу не пробую. Вчера простоял 2,5 часа, уехал в Красную Поляну, там 5 часов прокатался по минималкам по 300 рублей. Нифига не заработал. Пустым доехал аж до Сочи. Даже из Адлера заказа не было. Поэтому стоять в аэропорту такое себе удовольствие. Но почему-то постоянно, как сюда приезжаешь, есть желание встать в очередь. Посмотрим, сейчас идет в очередь. Если будет слишком много машин, наверное, уеду в Адлер. Машин вроде бы и немного в аэропорту, но почему-то вот такая вот очередь. Хотя вчера было машин было в два раза больше, очередь была
Выполнен заказ из аэропорта на Орджоникидзе в Меркьюри отель. 48 минут, 1464 рубля. Пришел ближний заказ с подачи 400 метров. Ну, конечную точку-то я не вижу. Его отменили. Мои вы родненькие. Объявляю вам благодарность, потому что заказ был на улицу Гранатная. Это низ Тимирязева. Дорог нет. Все узко. Все прекрасно, как мы любим в Сочи. Поэтому то, что я туда не поеду, это просто благодать. Время 17 часов 13 минут. 3 минуты назад началась лужа. Она по центру. Охватывает, в принципе, от Виноградной до Альпийской и до Мамайки идет. Вот я сейчас на улице Красная, в принципе, единственное место, откуда с Орджоникидзе еду. Единственная улица, с которой можно быстрее всего доехать до лужи, потому что на Гагарина все стоит, в сторону Гагарина, в сторону Виноградной, соответственно, в сторону вокзала все стоит. Поэтому еду по улице Красной на Альпийскую. И вот дилемма. Каждый раз, когда лужа, там, правда, плюс 18% всего, но тем не менее. Дилемма. Или брать просто заказ по городу, но как бы погода такая, что куда поеду? Скорее всего, Мурпорт, наверное, там пробки. Или кнопку на адвер ставить. Во-первых, не факт, что заказ придет, во-вторых, кнопки по 30 минут стали. И как бы 30 минут простоять без заказа или взять заказ на какой-нибудь курортный проспект 96Г в горы. Ну такое. А оттуда с курортного, если будет заказ, то опять же или Мурпорт, или Моремол. Моремол, как мы знаем, всегда стоит, и с той стороны неудобный подъезд. В принципе, с Мамайки в Моремол еще более или менее можно проехать. Но вот со стороны Адлера такое неудобство. Как бы вы сделали? Включили бы кнопку из лужи или заказ в город? Я обычно кнопки брал, но опять же, из Адлера почему-то в последнее время, в последние дни уезжать стало проблема. Поэтому что решить. Конечно, можно часик покататься по городу из лужи, потом или полтора, и потом, когда полчаса останется последний, уже включить кнопку получасовую на адвер. А
нам как повезет, или сейчас ставить. Опять же, для тарифа Комфорт Плюс подходящий ли это район для кнопки. С другой стороны, Альпийская, она выводит на Донскую. Разворот на Море Мол, тот же самый на Гагарина, с другой стороны. Там вариантов много. Все-таки решил просто выйти на линию и получил заказ из лужи с подачей 600 метров. Комфорт Плюс с коэффициентом плюс 40 по городу. Такой заказ получился из лужи. 10 минут.